Скажите. Так, 35 лет, да уже 30 лет, не 35, а 35 мая я как работаю, не только в этом здании, в другом здании, но 30 лет уже как в нашем садочке ни разу не сделали капитальный ремонт. Но это нуждается сильно-сильно в капитальном ремонте в детском садике. В первую очередь надо менять отопительную систему. Тоже в первую очередь надо проблема с электричеством. У нас постоянно старая проводка и перебои, и постоянно на кучегарке маю проблемы. То же самое кучегарка в критическом состоянии, в критическом. Замена, даже не могу сказать, 10 и 12 окон у меня пластиковые, остальные все старые, двери все старые, туалеты тоже надо... Дах? Дах в первую очередь. Тоже так, ни разу не было капитально. Там у меня на улице игровые вот эти павильоны. В критическом опять состоянии, в аварийном состоянии. Надо опять, сейчас будем одного снести и обязательно... Це виходить за ці 30 років жодного разу, відколи я побудувала, ні разу нічого не ремонтувала? Ні разу нічого не вистачало. Деньги, нету денег, нету деньги. І не знаю, коли це і до нас буде.